эксцентриссимо. Омлет не может быть неплохим, говорят французы. А теперь в Париже есть место, где его готовят точно хорошо. Там открылся первый ресторан для нудистов. Для тех, кого груз проблем утомил настолько, что хотя бы за обедом не хочется вспоминать о деловом костюме и шпильках. Снаружи ресторан ничем не отличается от других заведений. Так что угодить туда по ошибке совсем не сложно. А дальше уж самим решать, ошибка это или порог рая. При входе придется снять все, а дальше, как обычно, меню, заказ официанту, одетому с иголочки, вегетарианские блюда, если потребуется, вино, все как у одетых. Французская столица долго ждала этого открытия, ведь теперь очередь в лондонский ресторан для голых сократится. На сколько месяцев вперед она была расписана, никто сказать не берется, там 40 тысяч голодных уже. Уверенные в себе находятся и в Нью-Йорке, и в Милане, там тоже есть рестораны, где в гардероб принимают даже носки. А в Токио пошли еще дальше. И на фейс-контроле останавливают всех, кто приходит к ним с лишним весом. Если уж кто-то раскошеливается на ужин там, он должен быть защищен от неэстетично выглядящих соседей, считают хозяева. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.